Друзья, снова здравствуйте, все, кто смотрит мои видео, у нас сегодня очередная распаковочка. Здесь должен быть кошелек женский, или вернее детский. Сейчас мы распакуем и увидим. Заказывал я для сестрички своей. Шел недолго. И сейчас я хочу просто удостовериться в качестве, потому что кошелек... О, так, смотрим. Смотрим наш кошелечек. Кошелечек с кошками. Распакуем и увидим. Так, такой очень приятный дермантин. Кошечка, ух ты. Кошечка здесь на защелке, да, на заклепке. И вот так вот открывается. Здесь отсеки для кредиток. Здесь, наверное, или кредитку, или права можно поставить. Или фотографию какую-то. Здесь тоже отсек для денег уже. И еще один отсек, я так понимаю, для монеток. Такой вот френзель. Короче, кошелечек очень неплохой. На первый взгляд, как будет носиться, возможно, опишусь потом в описании. Сейчас еще попробуем, посмотрим. Да, так и есть. 12 на 9 и на 3 сантиметра должен быть. Да, вот такой вот кошелечек сегодня у нас был на распаковочке. С кошечками такими приятными. Цвет бежевый. Также есть разные цвета. Розовый там. Ну, короче, выбор кошелечков очень большой. Так что, если вам понравился и нужен кошелечек, смело заказывайте. Ссылочка будет в описании. Все. До новых встреч, пока!